продам звезды задние под русский цепь, как у меня в объявлении выставлено. Вот такие вот донорская цепь лежит. Сейчас покажу, как она садится. Именно под советский, не по 420 цепи. Звезды новые, но они у меня очень хранились долго, немножко, чуть-чуть. Есть ржавчина, совсем чуть-чуть. Промасленные лежат у меня маслица. Вот. Это, наверное, последние звезды уже. Потому что будем потихоньку переходить уже под китайские звезды, под 420 цепи, которые. Они не подойдут на советскую цепь. Цена в объявлении на Авито будет указана за российскую звезду. Данные звезды ставят на Ригу 24 с помощью через треугольник алюминиевый. Также допускается устанавливать на мини-ригу, только здесь 33 зуба, на мини-риге 29. Ну и за не менее 29 зубов звезд это тоже пойдет. Вот это, например, карпатская звезда новодельная, она уже по 420 цепи идет. Все, звезды уже по 420 под советской цепи заканчиваются. Цепей у меня советских еще много, но у кого есть советские звезды остаются, можете смело заказывать советские цепи. Они пока есть, их большое количество. Главное отличие цепей от советской цепи мопедной и 420 в том, что это диаметр ролика разный. На 420 диаметр ролика меньше, и то есть лунка под него меньше. На советской диаметр ролика идет 8,51, такая же, как на 428 цепи. Здесь идет, по-моему, могу ошибаться, 7,7 мм, 7,71, 7,76 вроде бы, я уже забыл, не помню, 7,76. Из-за этого не может советская цепь налезть. Вот, даже не подходит, вот лунка ролик не садится. Вот видите, что происходит, даже забить не могу. Хотя ширина такая же, ширина 5 мм, то есть до 5,4. Цепь уже не подходит. И вот это тоже. По 420 цепи. Ну, здесь видим, что немножко ролик побольше. Посадку, вернее, под ролик побольше. То есть она как бы садится. Ну, уже идет нестыковка. Спустя несколько звеньев уже мы не можем нацепить. То есть уже все туже, туже, туже. И вот в итоге уже зуб попадает на ролик. Ну, почти подходит. Вот здесь как это сделали китайцы. Может, лунку побольше немножко сделали. Но все равно, она вот так столько цепь огибает, а уже не попадает в крайние ролики. Зато 420 идеально прямо ложится, что на эту, что на эту. Поэтому вот последние звезды. Кому надо, кто успеет, тот получит. Там пакетики еще есть, немножко лежат. И будем потихоньку переходить и продавать, скорее всего, будем комплектами. 420 цепь, моторная звезда по 420 и венец. Может быть, когда-нибудь наладится, опять запустится производство в России этих звезд. Пока ничего не известно.